Жовтневый суд вынес постановление по делу трех запорожцев, задержанных сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке диверсии и терактов на территории Запорожья. По заданию кураторов так называемой ДНР, они должны были провести ряд актов, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе по донбасскому сценарию. Диверсанты были задержаны в июле 2014 года во время закладки самодельного взрывного устройства в Запорожском доме печати, где расположены офисы многих печатных СМИ. Во время задержания у них изъяты 600 граммов пластита, электродетонатор и другое оборудование, необходимое для приведения в действие взрывного устройства. Установлено, что преступной группой руководил уроженец Запорожья, который в настоящее время является главарем одного из незаконных вооруженных формирований ДНР. Суд признал диверсантов виновными в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.